Добрый вечер, ребята. Привет, друзья. Сегодня мы заканчиваем показ спектакля «Таинственный гиппопотам». Как я уже сказала, эту сказку придумали Лившиц и Кичанова, а поставил на своей сцене ее Государственный центральный театр кукол. Ну, для тех, кто почему-либо не смог посмотреть предыдущие 4 передачи, Филя сейчас коротко расскажет содержание этой сказки. Ну, если коротко, тогда так. Жили-были в стране Мерликунди львенок и бегемотик. Львенка звали Лева, а бегемотика Боря. Очень хотелось Леве найти настоящего друга. Жираф дядя Жора сказал Леве, что надо отыскать гиппопотама. Он-то и станет настоящим другом Левы. Вот и отправился Лева искать гиппопотама. Тетя, правильно я рассказываю? Так, все правильно, только надо добавить, что в этих поисках львенку Леве помогал бегемотик Боря. Он всюду с ним ходил и очень переживал за Леву. Ходили они, ходили, искали, а гиппопотам им так нигде и не встретился. Правда, встречали они ленивца, кролика и удава, но никто из них так и не стал другом Лёвы. Какая уж тут дружба, если удав Лёву чуть не проглотил. Да, плохо пришлось бы львёнку Лёве, если бы не бегемотик Боря. Бегемотик спас львёнка от беды, хотя Лёва совсем не считал его своим другом. О, Филя, зачем тебе эти очки? Ну вот, ну, на всякий случай. Ну, если снова появится удав, помните, как он держит своими глазами, не оторвешься, а я вас тогда спасу. Спасибо за заботу, только очки теперь тебе не понадобятся. Это почему? А потому что сказка подходит к концу, и мы больше не встретимся с удавом. А с кем же мы встретимся? А вот сейчас мы это увидим. На небесной высоте я качаюсь на хвосте. Я бананами питаюсь, а потом опять качаюсь. Я качаюсь на хвосте. Кто ты такая? Я мартышка Маша. У меня такой талант, я кого хочешь изображу. Вот, вот. Я павлин, зовусь я Павлин. Похоже очень на павлина. А вот еще у кролика, у Константина. А это кролик, молодец, хорошо. Очень похож на короля. Ты молодец, просто очень хорошо, что... А вот тебя изображу. Нет, вот меня не надо. Надо. Нет, не надо. Надо. Многоуважаемый гиппопотам, прошу вас, пожалуйста, подружитесь с Левой. Он такой хороший. Послушай, мартышка, да. Откуда ты все про нас знаешь? А я давно за вами слежу. И все слышу, незачем тебе искать твоего гиппопотама. Дружи лучше со мной. Вот. С тобой? Да. Ты всех передразниваешь, все время обезьянничаешь. Ну, а как же мне не обезьянничать, если я обезьяна? Давай дружить. Будем болтать, кувыркаться, швыряться кокосовыми орехами. А вот когда надоест кувыркаться и швыряться, тогда что? Тогда я махну хвостом и прости-прощай. А я думал, что дружба это навсегда. А что такое навсегда? А навсегда это значит, ну вот, ну навсегда. Нет, этого я не понимаю. Будем дружить. По лесу кружить. Ты мой друг, я твой друг. А ты третий лишний, мы с тобой не играем. А я к тебе и не навязываюсь. А он к тебе не навязывается? Нет, пусть уходит отсюда. А мы теперь с тобой закадычные друзья. Закадычные. Уходи, ой, ты нам с Лёвой не нужен. Ну что ты меня гонишь, я и сам уйду. А зачем ты его гонишь? Потому что я одна хочу с тобой дружить. Одна единственная. Ты теперь мой. Пошевеливайся. Ой.
Ой, ой, нет, перестань. Не надо же, больно. Послушай, ты вздорная мартышка. Не буду я с тобой дружить. Не буду. Еще одним орехом кинешь, я тебе хвост отгрызу. Какой крокодил? Я какой крокодил, я такой крокодил. Веселячок, рубаха, парень, а вот какой я крокодил. И зовут меня Кирилл. Кто-то идет. Присмотримся. Мне кажется, кругом знакомые места. Да не кажется, а так оно и есть. Это же наша река Фарарам. Я узнал ее по глубоким тенистым заводям. Лёва, можно я окунусь, а? Давай, только быстро. Одна нога здесь, другая там. Оп. Хорошо. Ох. Слушай, вон за тем холмом начинаются наши места. А я сейчас плаваю и погляжу. Жди меня здесь. Хорошо. Обошли всю страну и не встретили никакого гиппопотама. А ведь он мог стать моим лучшим другом. Значит, не судьба. Что это значит? Не судьба. Что это? Не судьба. Не падай духом, малютка. Ну-ка выше голову. Это говорю тебе я, крокодил Кирилл. Понятно? Понятно. Вот, люблю, чтоб все было по-честному. А ты мне с первого взгляду приглянулся. Давай с тобой дружить. А вы не обманываете меня? Обижаешь, малютка. Оскорбляешь недоверием. Ведь я какой крокодил? Я такой. Сказано, сделано. Но без лишних слов. Ты мне друг? Друг. Друг. Я тебе друг? Друг. Пошли на прогулку. Ну, пошли в реку. В реку я не пойду. 7 бед, 1 ответ. Опа! Отпустите меня! Не хватайте меня! Спасывайте меня! Отпустите его! Не хватайте так, его! А ты кто такой? Тебе что тут надо? Тебя трогают! Да ты только тронь, зеленый разбойник, только тронь! Оскорбляешь комсомол! А ты зеленый! Вот это получается! Опять меня обманули! Ты зеленый! Опять бегемотик меня выручает! Что если он не одолеет крокодила? Зубы-то у крокодила ого-го! Выручать надо бегемота! А ну-ка, отпустили меня. Дай честное мерликундийское, что больше не будешь. Мерликундийское? Да. Даю. То-то отпускаю. Плыви. Ну, Лёва, молодец. Ну, здорово ты его принял, когда он видит. Нет, это ты его здорово. Нет, понимаешь? Вместе. Вот мы его вместе, мы его и одолели. Все, я больше никуда не пойду. Лёва, а может быть, мы не там его искали? Давай спросим у жирафа дяди Жоры, а? Давай. У дяди Жоры? Да. Давай. Давай. Дядя Жора! Дядя Жора!
уважаемые путешественники, ну как ваши поиски таинственного гиппопотама? Да так и не нашли моего дядя Жора. Не нашли? Нет. А он поблизости. Как? А знаете что, дядя Жора? Что? Он мне не нужен. Я был очень глупым, когда с таким другом, как бегемотик, искал какого-то гиппопотама. Что ты сказал? Другом сказал. С другом. Да. Мне очень приятно слышать эти слова. А все-таки, друзья мои, хотели бы вы увидеть этого таинственного гиппопотама, ведь он тут. Что? Гиппопа тут. Гиппопа тут. А где же он? Дядя Жора, скажите, пожалуйста. Боря, посмотри в воду, увидишь. А, он речной житель. Понятно, понятно. Ничего не видно. Совсем ничего? Совсем ничего. Вот только мое отражение и все. О, этого вполне достаточно. Как? Почему? А потому, мои друзья, что бегемот и гиппопотам это одно и то же. Как одно и то же, дядя Жора? Вы говорили, что гиппопотам красивый, ловкий, смелый. Самый красивый и самый ловкий во всей Берликуте. Я рад, очень рад, что помог тебе это понять. Да. Обошли леса и горы, обошли. Но нигде гиппопотама не нашли. Оказалось, что не там. Здесь живет гиппопотам. Ты есть. Он и есть, он и есть. Я и есть гиппопотам. Я так рад, что львёнок Лёва всё-таки нашёл настоящего друга. А его, оказывается, и не надо было искать, ведь бегемотик Боря всегда был рядом с львёнкой Лёвой и во всём ему помогал. Да, это действительно так, тётя. Ну что ж, спектакль окончен, и нам остаётся только поблагодарить всех тех, кто подготовил и показал нам эту сказку. Спасибо. И пожелать вам спокойной ночи. До свидания, ребята!